устали. Боже мой. Я вот сейчас не знаю, ужасаться или впечатляться. У моего друга есть лошадь. Странно, но это утешает. Что вы хотели с ним сделать? Я хотела бросить навоз в Тиффани. Это пациентка, за которой вы следили. Да. Она сейчас на групповой терапии с клиентами моего мужа. Групповая терапия измен. Воображение полегче. Тиффани спала с вашим мужем? Спала. Как вы узнали? Мне сказал коллега мужа, доктор Медина. Он сказал, что ваш муж вам изменяет? Нет, он не знал об этом. А вдруг позвонил и знать не хочет, и Берни выпить. Но Берни уже должен был приехать к доктору Медине. Тогда я поняла, что муж не врет. Но он был терапевтом измен. Не вижу в этом проблемы. Ты сама сказала? Проблема в том, что он в нее влюбился. Я соврала ему про поездку, а потом вернулась из Феникса проверить, что он делает. Я... Не говори это. Ревновала. Да, да, мы уже поняли. На ревности держится мир. У вас что, женский ансамбль? Я любила его. Я его не убивала. Просто хотела вернуть. Отлично. Упыри мобили. Одну секунду. Я получила смс. В чем дело? Малкольм тебя обидел? Нет. Я же сказала, все в норме. Все хорошо. Я и забью этого сукина сына до копы. Перестань. Нет. Нет. Есть что-нибудь по отлучке? Прости, Хлоя. Отпечатков было не снять. Спасибо. Значит, это Дэн? Да. Поразительно средненький. Я бы так не сказала. Что? Ты должна быть на моей стороне. Нет. Я должна помочь тебе с эмоциями, чтобы ты с ними конструктивно управился. Да, будучи на моей стороне, я понимаю, что я прав. Люцифер. Этот разговор закончен. Я лучше поговорю с теми, кто немного более непредвзят, доктор. Привет, я доктор Медина. Спасибо, что пришли. Итак, похоже, все собрались. Давайте начнем. Да. Отличная идея. Надо столько всего обсудить. Начнем с самого важного, хорошо? С меня. Спасибо. И вновь Люцифер исчезает. Возможно, он воспринял дело слишком близко к сердцу. Возможно, мистеру неустойчивое внимание стало скучным. Я не знаю. Он сильно вырос, начав работать с тобой. Вряд ли причина во мне. Вы ведь помогали ему. Я вас недооценивала, простите. Не стоит. Но спасибо тебе. И я думала... Я думала, вы с ним спите. О, это так. О, это... Разве это этично? Нет. Не этично.